Кингане появился новый миф. Всем привет, с вами Ячки Чел, и сегодня в этом видеоролике мы поговорим про него. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, я вам желаю приятного просмотра, мы начинаем. Призрачный капитан Вандердекен. Это новый миф в Чикенгане, который появился на сайте Фандом Вики. Сейчас давайте разберемся, кто такой призрачный капитан. На данный момент очень мало информации про него, но кое-что мы смогли нарыть. Призрачного капитана первый раз заметили на карте Пират Исланд. И то, что этот корабль принадлежал ему, но он потерпел кораблекрушение. Корабль капитана стоит на суше уже очень много лет, и никто не забирался на этот корабль. Ни одна нога на этом корабле не была после кораблекрушения. Но я решился это сделать, и прямо сейчас я забрался на корабль, начиная его осматривать. Ничего интересного я тут не увидел, давайте приступим к другой части корабля. Итак, дорогие друзья, начинаю осматривать заднюю часть, и здесь я тоже пока что ничего интересного не вижу. Корабль уже начал гнить, это понятно, все доски начинают расходиться, и как бы здесь неприятно находиться. Ничего мистического здесь нет, и как бы я думаю, нужно уходить. Пока я летел домой на самолете, я увидел то, что кто-то отключил камеру, когда я переступил на другую часть корабля. Осталась только запись с моих очков. Корабль уже начал гнить, это понятно, все доски начинают расходиться, и как бы здесь неприятно находиться. Ничего мистического здесь нет, и как бы я думаю, нужно уходить. На этом все, всем спасибо за просмотр, с вами был Ячкин Чел. Пишите в комментариях, что думаете об этом видеоролике, ставьте лайк, подписывайтесь, всем пока.